11 стран, 4 континента и более 3000 зрителей. Это первый межконтинентальный КВН-фестиваль в Лондоне. Добрый вечер! Бэйби, Ольги Бэйби, а что ты подготовил, старик? Я с Медведевым. Папа поможет, папа поможет, все, все поможет. Красные будки телефона, нулевого меридиана и королевского трона. Мы команда из Риги. Будем знакомы. Латвия. Маленький член НАТО. В Лондоне уже совсем свой. И здесь он нашел уже работу. Я рисую на асфальте белой краской Пашем рабский, меня тут держит запах краски. Фиолетовые орбики, ломики. Так, хватит. Не может быть. Смотри, смотри. Да чё, все идите сюда. Ну смотрите, это же невероятно. Что там такое? Коренной англичанин. Но это же знают все, это осторожный пешеходный переход. На самом деле это знает осторожно снайперы. Двигаемся дальше. Ваши варианты. Но это знают во всем мире, это же больница. Это же джойстик. Аккуратно, слепые. На самом деле это скрытая реклама. Какая скрытая реклама? Концерт Григория Лепса на Уэмбли, начало 19.00. О, кстати, это еще один отличный пример скрытой рекламы. Кажется, я начинаю понимать, это Shell, еще какая-нибудь заправка. Нет, это iPod Nano. Хотите сказать, что в знаке пляж тоже есть реклама? Нет, это сюрприз, который мои друзья мне сделали на день рождения. На самом деле это стриптизерша вылазит из торта. Аракат неправильно, CFM и 6 буквы круг, ты что? Неправильно. Неправильно, слушай, галстук одел, туфли одел. Ты что, ты клуб или кто ты? Неправильно. Я все понял. Ух ты мой, несовершенно сладкий. Вот так вот. Вот теперь правильно, добро пожаловать в клуб. Я не пойду в такой клуб. Hello. Hello. I want to Asda. Asda. I know. Right. Underground. Station. Station. Tesco. Left. Street. Here. Стрит, фармаси. Блин, ну как... Да, русский, чё тупим? Да иди ты в баню. Куда? Стрит. Ага. Ну, тогда как в средние века высокие инквизиторы говорили своему, ну, низкорослому работнику: «Жги, малыш!» Снова стою одна, снова курю, мама, снова. Длилось это 5 минут,
Такой вот ты, Казанова. Я сказал, я исправлюсь. Он исправится, а мы продолжаем. Девчоночкой тобою станется.
это режиссер этого фильма. And what is alt control Y? Alt control Y. Операция Y. Hot dirty sex with Jessica, Samantha, Sarah, Julia, Christina, Monica, Laura, Natalie and George. Ну и другие приключения Шурика. Хиллари Клинтон has sex with Monica's husband. Ирония судьбы. New Dawn and Happy End. Ликвидация. Go, yay! Карнавалины вперед! I love Russian movies, I take them all. Стран на свете. Мы прилетели в Лондон показать, что где бы мы ни жили, в США или в Англии, мы ведем себя очень и очень похоже. Это мы с вами, когда не понимаем, что нам говорят на английском, киваем головой с умным видом. Это наши люди, предпочитая жить в тех странах, с которыми не подписан договор о выдаче преступников. Это мы, друзья, проживая за границей, выбираем, за какой футбольный клуб болеть по количеству наших, которые в нем играют. И это наши дети помнят родной язык. Поэтому красиво, правильно и четко говорят по-русски. Сразу эпизод на дороге в Лондоне. Зеркало не трогай. Да сиди спокойно, едь нормально. Ночью у нее голова болит. Пристегнись, я сказал. Да пристегнись, я сказал, сколько можно, одно и то же постоянно. Доигралась, полиция остановила. Сиди в машине. Что ты меня остановил? Ну что ты смотришь? Глаза смотри. Что ты меня остановил? Ну чего ты меня остановил? Поставить помолчать? Нечего сказать, взять свою машину и едь. Ну как? Ничего не сказал, поехали. Excuse me, can I see your documents and ID? Опаньки, у нас голос прорезался. Сиди в машине. Какое ID? Какое ID? Нет у меня ID, не было никогда. 3000 русских сидят, ты не можешь права сказать. Скажи, права. ID он мне говорит. Sir, please, stay in your car. Чё ты каркаешь? Раз, два, три, каркает он. Sir, come down. Кто дал? Пока ты тут свой темечко квадратом брил, я 4 года в Урюпинске на фрезеровочном станке отработал. Он мне down говорит. Так, это мою зарплату ни разу и не принес. Чё ты вылезла? Чё с тобой? Прихожу, я чтобы в спальню к себе постоять, я 30 минут в очереди стою. Я когда к шкафу к своему подхожу, я туда на всякий случай стучусь перед этим. Ты это понимаешь? Можно подумать. Заткнись! Ты знаешь, что одно и то же постоянно, ты меня достала уже. Одно и то же, тебе лишь бы поспорить. Давай сейчас, откроем багажник. Пусть твоя мама сюда вылезет и тоже с нами со всеми поспорит. Путешествие по магазину IKEA. Друзья, добрый вечер. Я уверен, в этом зале у каждого есть предмет из магазина IKEA. Итак, внимание на экран. Новая коллекция товаров. Набор для специй плов. Есть набор, есть плов. Нет набор, нет плов. Набор фужера для любого бухла алкан. Есть бухло, есть алкан. Нет бухла, алкан удобно расположиться на кухне в шкафчике. Мыть грязного алкана нужно очень осторожно. Пользуясь салфетками или мокрым полотенцем. Холодильник Минск. Тоже бухло, но уже с профессиональным подходом.
Зеркало Иуда. Зеркало Иуда спрячет и никогда не покажет ваши прыщи, шрамы, седые волосы или отсутствие зубов. В зеркале Иуда вы будете всегда самыми красивыми, уроды. Ошейник любовь. Появилась любовь в твоей жизни, знай свое место. Кожаный диван для зала хачи. Хачик очень удобный и мягкий. На его темной коже можно сидеть, прыгать, развлекаться. Также есть хачик в белом. Купи хачика и получи бесплатно алкана. Хачик и алкан вместе веселей. Матрас с клопами. Матрас с клопами, не для нытиков. Вандус Манчестер. Этот красный дьявол расчистит все на своем пути. Ну и наконец, детские счеты, счеты Гусман. Детские счеты Гусман. Это честный финал. Спасибо, друзья. Добрый вечер. Сегодня сборная Англии решила собраться полным составом. Но, как я вижу, кто-то из нас лишний. Ладно, вот ваш гонорар, вы там больше не договаривались. Спасибо. Пусть развиваются, да? Еще подходил профессор Лебединский с окровавленным веслом. Ну так, кидает и говорит, ну вот. Я говорю, ну молодец, мужик сказал, мужик сделал. Алло? Алло? Я тебя не слышу. Ты пропадаешь куда-то. Блин. Если оператор твой Лемара, Лемара, со связью всегда будет запора, запора, как мобилу не крути, куда не выходи, связи не будет расти. Я тебя не слышу, давай еще раз, Настя. Если оператор твой Лемара, Лемара, со связью всегда будет запора, запора. Я Дмитрий Дебров, и в эфире передача «Кто хочет стать миллионером?» с детьми олигархов. Ну что, ребята, кто хочет стать миллионером? Ответ очевиден. Это вы, Дебров. Тогда сразу первый вопрос. Сперва, как обычно, хихоньки-хахоньки. Назовите вторую букву русского алфавита. А, Б, Б, В, В, Г, Г. Так это же элементарно. Б. Неверно. Правильно, А. Б. Пропало, Б пропало. Что осталось на трубе? А. Б. 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 Дебров, давайте сразу. Вопрос на миллион. Пожалуйста. Вопрос на миллион. Кто станет следующим президентом России? А. Владимир. Б. Путин. В. Станет. Г. Президентом. Д. Зюганов. Ну я даже не знаю. Давайте 50 на 50. Компьютер выбирает неправильные ответы, и у нас остается Владимир Путин. Да ладно. Остается Владимир Путин? Еще 12 лет в Лондоне. Кто же это все уберет? А кто мне сварит кофе? Кто починит стиральную машинку? А я только что с огорода. Клубника не собрана. Кто же нам поможет? Вам поможет человек-поляк. Не откажете нам в любезности сыграть в одной сценке?
Тогда представьте Роман Абрамович на встрече одноклассников. Присаживайтесь. Ой, детки, здравствуйте, как вы все повзрослели, похорошели. Привет, Кирюша, мой, Дашенька, мой, доброго сорочка, мой, Женечка, мой. Ребятки, школа дала вам путевку в жизнь. Кто-то из вас стал олигархом, кто-то его телохранителем. Здрасте. Ну ладно, не буду вам мешать, общайтесь. Все еще помнишь, мама? Рома, здравствуй. А помнишь, как ты за мной в 10 классе ухаживал? Цветы мне дарил, до дома провожал, а я тебе сказала нет. Дура, дура. Сколько лет, сколько зим. Ты помнишь, как мы с тобой в детстве по дворам бегали? А помнишь, как по чердакам долазили, Ромка? А помнишь, как жвачки под партой клеили? А помнишь, как ты Челси купил? Да, вот как-то между жвачками и Челси разошлись наши пути, Ромка. Гитарой желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эхо пронзит тугую высь. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как поет, как за душу берет. Какой голос! Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Не ищи меня». Сегодня у нас в гостях Борис Березовский. Здравствуйте, Борис. Вы, пожалуйста, не переживайте. Вы расскажите, а вот кто вас ищет? Знаете, мне бы не хотелось вдаваться в подробности. Назовем его просто Володя. Вы, пожалуйста, не переживайте. Вы вот расскажите, а как вы узнали, что он вас ищет? Понимаете, он постоянно звонит и молчит в трубку. А потом начались эти ужасные смс-ки. Вот, посмотрите. Где ты? Что, трудно ответить? Возвращайся, дуреха. Напиши, где ты, я заеду за тобой. Это ужасно. Ну, вы, пожалуйста, не переживайте. Ну вот, лучше расскажите, а с кем вы сегодня пришли на передачу? О, здесь со мной мои деньги. Вы только посмотрите, как они выросли. Он их даже не узнает. Ну да, чужие деньги быстро растут. Ну, вы знаете, Борис, а у нас для вас сюрприз. Вот сегодня, буквально вот сейчас, он пытается дозвониться к нам в студию. И вы не поверите, Борис, мы его сбрасываем. Сбрасываем, Борис, да. Теперь вы не поверите. Он звонит мне. Мне надо бежать. Надо бежать отсюда. Удачи, Борис, удачи. Давайте начинать. Данила, Вика. Ягодка опять! Ну, Елизавета, английская королева. Дося, ты, наверное, помнишь, что психиатр прописал мне целую таблетку, а тебе одну четверть. Ты забыла, что тебя опять уже понесло? Мама, ну наша главная задача – нести радость людям. Дося, твоя главная задача – вынести меня сегодня с фуршета. Европейскому Союзу посвящается эта песня. Зона. Шенгенская зона. Шенгенская зона, наколю я визу на груди.
поживает? Как там поживают пацаны? Пусть туда без визы приезжают, ведь казам же визы не нужны. Мыслится в опасности, родная, может, не увижу я друзей. В ресторанах здесь баланду варят, обожжи-то мила. Из испанских и немецких овощей и рубе неспокойно. И смотрящим там у них поля. Еврокомиссары из Брюсселя тратят весь на Грецию общак. Извините, женщина, я просто хочу познакомиться с вашей дочерью. Еще скажи, что твоя фамилия Казанова. Еще скажи. Нет, меня зовут Андрей, я бизнесмен. Вау, бизнесмен, слышишь? Небось живешь под Таурским мостом. Успокойтесь, у меня квартира в центре Лондона. Квартира в центре Лондона. А ездишь на работу, небось, на велосипеде. Вот, ключи, выйдите на улицу, там припарковано мое Мазерати. Дося, квартира в центре Лондона, Мазерати. Надо брать, Дося, тихо, чтобы у меня сердце не стало. Дося, я согласна. Дося, познакомься с этим человеком. Стань нормально. Это твой новый папа! Простите, женщина, я это должен сделать. Инна, это кольцо для тебя. Ой, как неожиданно. Молодец, что вернула, а то я уже в полицию заявила. Ну, конечно, а? Да? А помаду? Помаду? Брасмать, помаду, румяна, заколка, пудры, пинцет, кошелек и иголка, нитки, браслет, запасные колготки, как сюда влезли, вёрки, отводки, ключи подъезда, ключи квартиры, ключ на 15, на 24, ключи от подвала и кабинета, кубы сменить, подходим, что там, цикбат под права, телефонки, страховки, подвески, часы, для кого-то морковка, пластырь, кредитка, расчетки, визитка, машинные диски, а вот и хомяк, блокнот, карандаш, сигареты и жвачки, крем для лица, аспирина, бомбачки, удармен, очиши штаны, парни какого-то лет 20, ручка, платок, кошелек, не визитка, денег от звезд бродепином, картинка, сон производит цитровода на лгин, так я и стала темным девин. Главный женский секрет, сумочки женской лишнего нет. Конечно, вообще. Я третий день в Лондоне, а у меня таможня до сих пор роется в сумке. My name is Юлия Владимировна Тимошенко. Every day I get up at 7 o'clock. Значит, do my morning exercises. Шмон, прогулка, хавка, построение. Знаете, честно говоря, в прошлом году, значит, под Тауэрским мостом я специально зарыла косу, чтобы вернуться. Боже, сразу хотела спросить, есть у кого-то номер Березовского? Если есть, то передайте, пожалуйста, мой. Значит, мой номер 245 на телогречке печать. Хотелось бы еще вам сказать, только приехала в Лондон, значит, думаю, пойду ж погуляю по городу, посижу в парке где-то. Сижу себе в парке, никого не трогаю. Вот, подходит ко мне какой-то мужик в кожаном плаще. Открывает плащ. Я сижу, смотрю на него и говорю... То есть я так понимаю, что у вас в Лондоне, кроме как на Биг Бен, вообще не на что посмотреть. Ой,
помню, в прошлом году, значит, приезжала к вам в Лондон на встречу с Владимиром Владимировичем Путиным, так сказать, инкогнито. Вот. Ну, гуляем мы себе возле Букингемского дворца. Вот. И тут такой Путин раз и ущипнул меня за ягодицу. Я говорю: Владимир Владимирович, вы сначала модернизируете свою газотранспортную систему. Извиняюсь, строите мою. Вы знаете, честно говоря, с недавних пор я перестала верить в приметы. Потому что была ж весной на свадьбе у вашего принца. Вот, и поймала букет. Так до сих пор не вышла. Ну, и что хотелось бы сказать в заключение. Ой, господи, тут не дай бог. Украина и Великобритания, вы знаете, очень похожи. Ну вот, например, у вас в парламенте лорды, а у нас в парламенте морды. Извините, а кто первый? Я первый. Извините, а вас не интересует, кто последний? А кто последний? Я последний. Вопрос решен. Наши подарки продолжаются под ваши бурные аплодисменты. Наша Гулечка! Пародия на старую Глорию Гейнер. Гейнер. Давай. First, how was it great? How was spitified? Good thing I could never leave without you by my side. But then I spent so many nights seeing how you did grown and I was strong. Это правильно!
Спасибо, идем дальше. Случай возле роддома. Чё-то я нервничаю, прям нервничаю. Да это ты есть? Не нервничай. Есть это сигареты? Есть? Конечно, есть. Да, держи, я тоже с тобой покурю. Слушай, не помогает, нервничаю. Есть, выпить, выпить. Выпить, есть. Выпить, сейчас, давай, лей, давай себе накапай, давай по полной. Петрова, рожать. Ну все, я пошла. Перенесемся в ночной клуб, значит, такой эдакий симпатичный парень, это я, пытается познакомиться с девушкой. Это ёлы-палы я! Привет, крошка! Привет! Отличная маечка! Между прочим, у меня под маечкой ничего нет. Да ты не волнуйся, вырастут! Значит, 30-е годы, огромный такой небоскреб, на последнем этаже которого находится офис очень серьезного мафиози. Я был бабой, сейчас серьезный мафиози. Бачовский. Здравствуйте, мистер. Мой верный наездник и жокей. Здравствуйте. Ты пришел на скачках третьим? Ты опять пришел на скачках третьим? А когда ты приходишь на скачках третьим? Леша, я теряю деньги. Леша, а когда Леша, деньги, Леша, пора было бы стрелять. Леша, что лошадь? Что лошадь? Купите мне лошадь, и я буду первым! Спасибо, трубадура. Прикольно тужишься под фонограмму. На, держи. Аккуратнее держи за подножку, он с шипами. Ну что ж, вырос ночью, дорогой Лондон! Лицом. Чего смотришь на меня, как Ким Чен Ир на гамбургер? Может, улыбнешься? Не улыбнулась. У меня качается словарный запас. Рукола. Яишенка. Наташа, начинаю, пока не поняли, что я пьяненький. Беги, беги, беги! I wanna be motion. Woo!
а черпать в мятом? Это платье не мнется. Я про тело. Кстати, забыл сказать, Наташа выиграла конкурс мокрых майк, но почему-то в свитере. Ну, что у тебя для Лондона? Are you ready? Красный свет, не смотри, попробуй догони. Так, стоп! Хватит спутники вокруг сосков запускать. Еще есть что-нибудь? Песня. Удивительно. Песня из репертуара Джона Кеннеди. А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. А это что такое? Крем для бежевой обуви. Вместо покупателя. Натусь, я, конечно, не волшебник, я током лечу. Но таблетки сегодня кто-то не пил. Уходи. Крутится земля вокруг Фэнси! Подождите! Я умираю! Как хорошо, что вы все здесь, и ты, Бахрит, и ты, Леонид Николаевич, вырос прям артист, я умираю. А почему ты умираешь? Я съела смертельную дозу fish and chips. Все прошло. Еще хуже! Воды! Воды! Принесите мне воды! Кто-нибудь воды принеси! Воды! Я умираю! Воды! Кто-нибудь! Воды! Воды! Дайте мне! Дайте мне воды! Не дружите с этой девочкой! Наташа, она же воды дала. Она в любой момент спиной повернуться может. Она хитрожопая. Наташа, я тебе кое-что оставила. Там, в дальней комнате, в письменном столе для тебя лежит между документами на дом и бриллиантами лежит банка чая. И все на этом. Сашенька, Сашенька, я тебе кое-что оставила. Там я тебе оставляю все самое драгоценное, что у меня есть. Это золотые хоты-квеха. Чего?
Бонд один, звать его Брэд Питт. Вот это правильно. Полный Брэдшот. В команде Саши мы называем стринги. Вот сейчас вообще нормально. Сина, что стринги, да и не просто. Просто Саша последнее время постоянно в жопе, вы да знаете, ладно. Постоянно. Александр Жопин. Европа самая черта. Евгений Летиш. Давай, черта. Евгений снялся в России уже в 5 фильмах, поэтому можете назвать его Брюс Уиллис. Да. Мужество, честь и отвага. По 3 признака его алкогольного опьянения. Они могут ехать 2 человека в машине, и, собственно, ничего с ними не происходит. Примерно вот так, да? Подождите, тут в Москве. Да, да, точно. Слышь, давай, топни на педали газа, как ты это умеешь делать, это, чтобы у нас боковые зеркала подлетали, чтобы у нас ремни подстегивали, чтобы у нас эта боковуха срезалась вообще нафиг вообще. А может, я заведу для начала? Как-то хреб, ну что, день города, что я до вечера терпеть буду? Ты что-то взял хреб, ну что? Блин. Без меня, главное. И что делать? Ладно, не останавливайся, меняемся местами на ходу. Держи руки. Держу. Давай, пересаживайся. Аккуратно. Пересаживайся, да, если. Аккуратно тебе. Здравия давай. Желаю! Ваши таков... Лянка. Дмитрий Анатольевич, извините, господин президент, не узнал вначале просто. Как попробую, хочется в России домой вернуться. Взять директора пивного завода. Морда его в Жигулевской, так вот, взять и так вот. Кто это сделал, а кто это сделал? А с другой стороны, мы сейчас с Украины едем, да. После украинского борща хочется вашего английского повара взять так вот. Мордой. Овощной суп ему хари вот так вот. Кто это сделал? А, вот так кто это сделал? Сергей, я, конечно, тебе извиняюсь, но, по-моему, вы мне шпан проломили. Да ладно! Саня. Смотри, как реально мозги из России в Европу утекают, а? Центр Лондона. Здесь живут самые интеллигентные дети, естественно. Мальчик-авиамоделист. Знаете, что это такое? Не, ну вот тоже не уральцы, не тупые, да? Мальчик-авиамоделист в центре Лондона. Пластического хирурга. Обычный московский пластический хирург. Доктор!
Интересно. Телеканыч, боже мой. Ну что, конкретно, так сказать, вы хотели бы сделать? Я? Да. Пупок проколоть. Существует своя степень опьянения. Но мужчина узнает ее на утро, так как женщина рассказывает, что было вчера. Сами же бедненькие остаются обделенными. Итак, степени опьянения женщины. Аплодисменты нашей женщине. Девочка, кто будет узнавать, можно аплодировать. Все равно мы поймем, что это с вами было. Итак, степень первая. 50 граммов. 100 граммов. 50. Здесь у вас так душно. 150. Да ну там такая очередь, здесь хожу. 200 граммов. 250. А хочешь, я к тебе приеду? Ветер снова принесет нам вас. Спасибо.